Радик Терегулов погиб в Афганистане 3 ноября 1982 года. Именно поэтому соревнования проводятся в этом месяце. Турнир по мини-футболу в память о солдате проходит ежегодно в течение 5 лет. 6 команд прибыли в район для участия в спортивном мероприятии. Команды разделились на 2 группы. И из них команда Тюльгана, команда города Кумертау, команда Альшеевского района, команда поселка села Мурапталово, Ермолаева, Сокол, и еще команда Ермолаева 2, тоже команда Сокол. Все они ребята целеустремленные. Поддержать юных спортсменов на соревнования пришли представители администрации. Вы дети, наше будущее. Мы вами гордимся. Вы не только спортом занимаетесь, вы сегодня хорошо учитесь. Это большого и дорогого стоит. Поэтому, дорогие дети, уважаемые гости, уважаемые воины интернационалисты, всем я желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия в нашем. Перед началом турнира прошла презентация биографических фотографий Радика Терегулова, где было рассказано о его детстве, юношестве, годах военной службы и достижениях. Искреннюю признательность всем присутствующим выразила сестра солдата Лира Терегулова, также посетившая соревнования. Она поблагодарила всех организаторов и участников турнира за сохранение памяти о брате и других погибших воинах. Хочется сказать благодарность всем организаторам этого мероприятия. Что ежегодно у нас такие мероприятия проводятся в памяти, потому что, конечно, Радик уже об этом не знает, но родственникам, маме, Венере Зайнуловне, она уже достаточно пожилая, 79 лет и не может принимать участие, но тем не менее ей все равно приятно. Это значит спасибо, что ежегодно мы это проводим. Сама игра прошла зрелищно и интересно. Команды боролись за каждый мяч с первой и до последней минуты. В полуфинале соревновались команды из Тюльгана и Куйргазинского района. Они сыграли в ничью, и спор разрешился по пенальти. Тюльганцы прошли в финал, а команда «Сокол» из села Ермолаева продолжила игру с ребятами из Зеинчуринского района, в итоге став бронзовыми призерами турнира. За первенство тюльганские футболисты сыграли с кумертауцами. Со счетом 3-1 победу одержала команда из города Кумертау. Спортсменам, попавшим в тройку призеров, были вручены кубки и медали. И каждой команде достались мячи в память о турнире.